Весь атакующий подводный флот Великобритании вышел из строя, а премьер-министр о катастрофе даже не догадывается. Никто из военных не решается сообщить шокирующую новость Терезе Мэй, потому что все боятся ее гнева. Это пишет издание «Сан», ссылаясь на информированные источники. Как утверждают авторы, на боевом дежурстве не осталось ни одной из 7 многоцелевых подводных лодок, вооруженных ракетами «Томагавк». 3 новые субмарины неисправны, а 4 оставшиеся атомных «Трафальгара» на последнем издыхании. Такая ситуация сложилась впервые за последние десятилетия. «Сан», конечно, таблоид, но 2 недели назад вся уважаемая британская пресса уже шумела о провале первого за 4 года запуска межконтинентальной баллистической ракеты с одной из субмарин.